Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Lucky Game и добро пожаловать на прохождение Растений против Зомби 2. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Дошли мы вчера с вами до 16 уровня. Блин, фух. Вчера у нас сложненький день был, потому что 13 уровень, конечно, адский. Сегодня попробуем, в принципе, куда больше пройти. В настоящее время уровень последний вроде бы, если там какой-то разлом идет дальше, потом я, в принципе, даже не знаю, что. Напишите, ребят, что-то после этого от уровня, настоящего уровня, если кто проходил на телефоне. Он говорит, ля-ля, тополя, говорит, так-така, где мой тако? Они взяли мой тако, а get... No. Извините за сверление, конечно, моих соседей, я тут ни при чем. А я-то ни при чем, я кушаю манцу и играю с мячом. Так, мины сразу растают. Блин, а у нас одни гигантелы, да, наверх, походу, будут идти. Блин, чувак, а ты чё выкинул? Ты даже не умер, кстати, офигеть. Чувак, это рэпчик? Это залет? Так, ага. Так, вы что, будете подходить? Давайте. Кто на миленького? Так, а на тебя у меня мины нет, да, чувак? Придется взрывать. Хотя, подожди, может это оточнется? Нифига. Давай. Нифига он не очнется. Так. А это даже первая волна еще. Охереть даже. Замечательно. Походу где-то здесь надо взрывать. Я даже не вижу, блин. Что-то, вы стреляйте. Так, я забыл про пушки. Замечательно. Так, куда вас? Так, это какая вторая волна, да? Ага. Я про пушки забываю. А я все про пушки забываю. Чувак, это рэпчик, так нечестно. Так, ты что у нас делаешь? Я не знаю, ты что-то делаешь, да, у нас. Ты у нас вообще обычный дали нам. Жалко, сзади газонкосилок никаких нету. Фух.
мы страховали меня. Эй, чувак. Ага, ух. Более-менее справились, в принципе, с уровнем. Замечательно, ребят. Ну, поехали дальше. Танцующие зомби. Ага, у нас новенький, смотрите, какой-то. В нашем пополнении новенький, ребята. Так, а что мы до этого брали с вами? Это, вот это можно отменить. Воздушный, да? Может, от воздушных мы взять этот вертолетик у нас был вроде где-то. Сейчас посмотрим, где у нас был. Вот он, у нас 50 стоит, в принципе. Хотя мину можно, да? Или вот так вообще лучше сделать. Так, чувак, слушай, а ты что у нас делаешь, интересно? Ты мне написано, какой ты с панком, ты смотри. Так, тебе, наверное, посадим сюда. Так, сударь, что вас беспокоит? Ага, замечательно. Слушай, да, и панк хотел нас проверить. Куда тебе? Ну давай сюда. Ага, ты что делаешь? Блин, не сюда немножко посадил. Стой, чувак. Вот так тебе делаем. Вот так. Ну и давай активно, в принципе, засаживать. Только я немножко не сюда посадил. Где у нас? Кто у нас тут без защиты еще? Беззащитный. Ну, давай. Двигай. А, они, кстати, цари, они этих сбивают. Воздушных. Это нормально, в принципе, нормально. Чё, это не сюда я посадил? Что-то я не сюда посадил немножко. Thank you.
Ну-ка, а ты что, улучшение твое? Кстати, прикольный, блин, я, наверное, его и буду использовать. А он крутой, кстати, очень крутой, мне очень нравится. Тем более он под бустом из подсолнухов моих каких-то. Я, правда, не понимаю, какие танси не видятся. А, они морозные становятся, да? Еще наград с вами получили за все это безобразие. Еще наград получили за безобразие. Вытворяем и тут. Ну давай, давай, мне прям понравилось. Бижуха нормальная, в принципе. Вот так вас сажать, да, типа, чтобы сзади были. Тут, наверное, 4 атаки будут, да? Потому что я вангую. Если... А в той, кстати, сколько было атак, я даже не посмотрел. А ты две вообще так, а что так слабо? Не знаю. Кстати, 150 стоит. Не так уж и дорого. Я бы сказал бы. Можно даже... Нет, нет, нет. Рано, рано пока. Слушай, где ты, чувак? Ну-ка, давай. Пускай их. Ну и пора, можно уже, мне кажется. Вижу, туда не хватает немножко. Так, куда? Сюда не хватает. Ну и давай, в принципе, денег уже хватает. Не обязательно во дворе, да, сажать. А ну и все, блин, смотри, как быстро мы забрались. Правда, гигантелла никого не было из гигантелла. Интересно, а как они с гигантелла? С обычными зомби, потому что они вообще на изи справляются. Вот, хотя я сказал изи, все, это проклятие. Сейчас теперь
Жопу разрывать-то будет в следующем уровне. Когда я говорю изи, происходит нечто невообразимое просто. Ну вот, гигантелла, который при том и стреляет из глаз. А, подожди, мини-игра. Отлично. Так, а что ты делаешь, чувак? Что это такое? Что он делает? Я не знаю, что он делает. Я надо посмотреть. Я просто реально не помню и не знаю. И что он съел и вообще не понял. Прикола. А, передвигать. Нет, нет, нафиг нужно, ты же чувак. Нафиг это. Я понял тебя. Такое себе удовольствие, если честно. Ну что, как ты взорвался, офигеть. Будем его использовать как мины. Ага, оттолкнул питом. Чувак, ты что захотел? Чувак, это рэпчик, ты понимаешь? Просто не шаришь. Блин, а там кроты, да, появились? Да, там кроты появились. Типа, которые сюда, а потом... Ага, вот как они. Так, куда тебе? Ну сюда, наверное, да? Вас сюда, наверное, сюда. Ага, вы обычные солнышки, я понял, приносите счастье и здоровье. Блин, а чё ты не поставил с заморозка?
Подойди, подойди, не успевай на все отреагировать, как всегда. Так, ну это последний, отлично. Где он, Гагантелл, идет? Тут? Ага. Что, мы подзорную трубу получили, или просто труба? И труба с жидкостью. Зеленой жижей. Так. Ага, дополнительные уровни еще открылись у нас. Я понял вас. Так, что у нас там в России есть, кто поливает? Нет? Так, ну что-то похоже уровень. Кстати, бегун появился. Три волны. Замечательно. Хотя сюда надо было, что-то я неправильно поступил сейчас. Сразу, в принципе, можно раскидывать хулиганов. Вот так вот, надо было с самого начала поступить. Так, а я что жду? На что я жду? Такос. Ага, я понял, кого нам привели. Так, опять не разбери, как происходит. Yeah.
Так, чё, кто, чё идёт? Жизнь моя жестянка. Блин, я тупо не заметил, как чувак прям... Но это фейл. Это реальный фейл. Я тупо не увидел из-за того, что... Из-за всей массы, которая происходит на белом свете. Так, ну давай вот так сделаем, наверное. Блин, нет, не того ты заморозил, чувак. Ну и так сойдет, ладно. Что там, на защиту нужна? Быстренько все раскидываем. Так, чувак, подойди. А, я понял, что ты сделал. Так, еще солнышко мне не хватает. То есть, не сюда, а куда? Только тебе не хватало еще, чувак. Ну вот этот раз, хоть раз мы нормально так защитили свою гордость. Замечательно. Кстати, даже лепестки ни разу не использовали, 3 штуки у нас. Угу.
22. Так, сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ага. 4, 5, да? 10. Короче, по 5 уровней осталось. Ну, в принципе, 2 дня еще впереди, ребят. Ждем, а потом смотрим, что уже будет уже после этого мира. Ребят, ритуальчик, знаете, лайк, подписка, коммент. С меня видосик, не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения, всем пока.